Всем привет! Сегодня у нас распаковка вот такой вот посылочки. Это у нас зарядное устройство, по-моему, на 2 ампера, два порта на 2 ампера. Проводочек был, покупалось это все тоже по акции, по скидке у продавца на AliExpress. Я напишу цены, по которым покупал, вот снизу. Давайте посмотрим. Вот такая вот зарядка. Вот. Ну, на русском языке, видите. Уважаемые дорогие клиенты, когда вы открыли это письмо, мы уже вместе. Радуетесь? Большое спасибо вам за выбор Бастек среди тысяч магазинов. Это ваши исключительные официанта Пенни. То есть китайский перевод, походу, на английский перевели с китайского, потом с английского обратно на китайский, из китайского обратно на русский. Ну, как-то так было. В общем, вот такая вот красивая открыточка. Это, ну, стандартная там просьба, поставьте нам мега лайк. И все такое. Ладно, отложим ее, возьмем далее проводочек. Проводочек, посылочка помялась. Причем это липнет. Можно ее отреставрировать, я так понимаю, поскольку липнет. Может, из-за жары разлиплась коробочка. Ну вот, вроде бы и починили ее. Так, давайте посмотрим, как она тут открывается. Так, прилепили мы. В общем, коробочка и кабелечек ТОП-ПК. У меня есть уже один кабелечек такого же цвета, только от фирмы Speedu, а этот ТОП-ПК. Больше получается, наверное, 50 сантиметров. Вот, 52 сантиметра получается. Так, проводочек есть, он тоже позолоченный, но здесь такая позолота, она немного хуже. То есть здесь она такая более желтая, чем... Вот. Ну, в общем, кабелечек потом посмотрим. Откроем зарядку, давайте. Так вот это выглядит. Вот здесь для чего-то место, но тут пусто. Больше ничего нету. Вот, но для чего-то здесь место. Вот так это все выглядит. То есть двухамперная с двух сторон. Крышечка открывается. Вот это тут. И, наверное, здесь открывается тоже. Так, пока все, сейчас попробуем ее проверить. Итак, сделал несколько тестирований данной зарядки. Сейчас я продиктую голосом и параллельно буду вставлять картинки, фотографии замеров данной зарядки. Я скажу сразу, что я в этом не специалист, но как смог, замерил. И использовались, у меня нету нагрузок, и использовались для виде нагрузок это телефоны мой. Redmi 3S, Xiaomi Mi 4C и телефон Samsung 5610. То есть первый тест был телефон Redmi 3S, зарядка Torque и проводок Speedu. Показал 4,88 вольта и 0,69 ампера. Второй тест, телефон Samsung S5610
с зарядкой ТОПК и проводом СПИДу. Выдал 4,86 вольта и 0,4 ампера. Родная зарядка Redmi 3S с родным проводом показывает 5,01 вольта и 1,44 ампера. Зарядка ТОПК с родным проводом Redmi 3S показывает 4,86 вольта, 0,94 ампера. Второй порт показал 4,77 вольта и 0,69 ампера. Далее зарядка от Mi 4C с родным проводом, далее 4,86 вольта, 0,45 амперов. С проводом ТОПК 4,83 вольта, 0,45 амперов. То есть практически совпали данные. И зарядка ТОПК и провод ТОПК с телефоном Mi 4C дали 4,83 вольта, 0,98 ампера. Второй порт выдал те же результаты. С родным кабелем зарядка выдала те же результаты, то есть ну, все идентично. Итого, как я понял, то есть показания 2,4 ампера, то есть здесь вот 2,4 ампера указано, это на два порта. То есть Auto ID, то есть это, ну здесь, я так понимаю, может один порт дать максимум 2,4, но у меня как бы нет устройства, чтобы проверить, будет или не будет он такой ток. И если подключить что-нибудь второе, то нагрузка распределится между двумя портами. В принципе, я лично очень доволен данным устройством, все отлично в нем, все прекрасно. Не знаю, как по характеристикам, по картинкам, то есть люди, которые разбираются в этом, могут посмотреть, в принципе, и я точно не могу сказать, это хорошо или плохо, но мой телефон Redmi 3S отлично заряжает, и я его покупал для этого, так как там, где я снимаю видеоролики, нету у меня зарядки. Вот эта же зарядка зарядила 30%, ну, где-то минут за 20, поэтому отлично я и буду пользоваться. Вот. Всем спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!